Я просто давал шанс поверить в то, что они могут выиграть. Но теперь у нас будет все честно. Итак, внимание, обнуляемся и начинаем все сначала. Настя, сейчас для тебя будет звучать некий танец. Ты должна вспомнить три основных движения этого танца и показать всем. Если ты это делаешь, ты молодец, потом в бой вступает Леша. Настя, ты готова? Давай шаг вперед.